Бисмиллахи рахмани рахим. Вассалату вассаляму аля набиина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ва ман табиахум би ихсан иля йаумиддин. Радина биллахи Рабба ва бил ислами дина ва би Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллама набиин ва расуля. Амма баъд. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Уважаемые братья и сёстры. Альхамдулиллях, в очередной день, помилуйся Всевышнему Аллаху субхану ва тааля, мы собрались с вами вместе на наших лекциях. И, альхамдулиллях, в эти великие дни перед Всевышним Аллахом, субхану ва тааля. Как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ба мин айям аль-амалу салиху фихинна ахаббу ин Аллах мин хазиль ашр». Нету более любимых дней для благих дел перед Всевышним Аллахом, субхану ва тааля, кроме как эти первые 10 дней месяца Дзуль-Хиджа. То есть, субханаллах, Аллах, субхану ва тааля, любит все благое. Аллах субхану ва тааля любит благие деяния, любит молитвы наши, любит наше обращение к Аллаху субхану ва тааля, пост, поминание Всевышнего Аллаха субхану ва тааля, улыбка в лицо своего брата. Все, что благое. Поэтому человек не должен смотреть, какое оно маленькое дело или большое, а должен смотреть на величие того, перед кем он его делает. Но в эти дни Аллах субхану ва тааля еще больше любит. Аллах субхану ва тааля еще больше любит. И тогда сахабы радваналлаху алейхим удивились и спросили: «Валяль джихад фи сабилилля, я Расулуллах». Даже борьба на пути Аллаха субхану ва тааля, проявление усердия на пути Всевышнего Аллаха субхану ва тааля не так любимы, как благодеяние в эти 10 дней. На что ответил пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: «Валяль джихад фи сабилилля, илля раджулу хараджа би нафсихи ва мали, сумма лам ярджа би залика мин шей». Говорит, даже саллаллаху алейхи ва саллям, проявление усердия, борьбы на пути Аллаха субхану ва тааля не так любимые, чем и благие деяния в эти 10 дней, кроме как того человека, который вышел на пути Всевышнего Аллаха субхану ва тааля своей душой и со своим имуществом и ни с чем не вернулся. Раньше во времена пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям многие выходили со своим нафсом, со своей душой, со своим телом, но мало кто выходил со своим имуществом. Поэтому пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям указал нам также, что делать в эти благие дни? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Фа'акфиру фихинна мин ат-тахлил ват-тахмид ват-такбир». Больше произносите в эти дни слова «Ла иляха илляллах», благодарность Всевышнему Аллаху субхану ва тааля, «Альхамду лилля», и возвеличенному Аллаху субхану ва тааля словами «Аллаху акбар», «Аллах великий». Поэтому есть такие такбираты. В эти дни я призываю себя и всех нас побольше произносить эти такбираты. Когда мы едем по дороге, когда мы стоим в пробке, когда у нас есть свободное время, произносить «Аллаху акбар», «Аллаху акбар», «Ла иляха илля Аллах», «Аллаху акбар», «Аллаху акбар», «Ва лиллахи лхамд». И сахабы, радуан Аллаху алейхим, выходили, Абу Хурейра, радаллаху анху, выходил с Ибн Умаром, выходили на рынок и произносили эти стагбираты, дабы напомнить верующим, чтобы в эти дни они больше восхваляли Аллаха субхану ва тааля через такие такбираты. Также Умар радаллаху анху раньше выезжал на хадж на территории Мина и оттуда произносил такбират. И все, кто приходили на хадж, слышали и повторяли за ним некое такое напоминание. Ведь тот, кто указал на благое, будет ему такая же награда, как того, который это благое дело совершает. И великий Аллах субхану ва тааля клянется только великими вещами. Аль-Азим, Аллах субхану ва тааля великий. И клянется только великими со своими творениями. И достаточно того, то, что сказал Всевышний Аллах субхану ва тааля в Коране: «Валь-фаджр, валь-айалин ашр». Всевышний Аллах субхану ва тааля клянется утренним рассветом и 10 ночами. Муфассирун, ахлю-тафсир говорят, 10 ночей имеется в виду 10 дней, первые 10 дней месяца Дзуль-Хиджа. Поэтому в эти дни мы должны, альхамдулиллях, с вами побольше совершать благие деяния, побольше делать благих дел. И именно с ниятом внутри делать такие намерения, такие нияты, то, что Аллах субхану ва тааля любит все благое в эти дни. Аллах субхану ва тааля еще больше любит все благое. Подобно тому, когда ты знаешь, что любят, например, твои родители, и ты знаешь, в какой момент они любят, чтобы ты для них сделал то, что они любят. Или когда твой ребенок, например, что-то любит, ты почему это делаешь? Потому что твой маленький ребенок любит это. Ты ему что-то, какую-то там игрушку покупаешь. Почему? Потому что знаешь, что твой ребенок любит это. Особенно в те моменты, когда у него появляется на душе, например, грусть. И в этот момент, если ты ему покупаешь, он еще больше, альхамдулиллях, начинает любить это. Также с ниятом, то, что Аллах, субхану ва тааля, в эти дни все благое, все благие деяния еще больше любит. И мы с вами получим великую награду. Сегодня у нас с вами тема «Аль-Исламу Тарвих Ау-Тарфих», то, что ислам и отдых в исламе. Как вообще мусульманин должен отдыхать? Потому что я еще помню, со времен учебы в Саудии
когда там общаешься с людьми, не практикующими мусульманами, и задают вопрос, а мусульмане вообще отдыхают или нет? То есть, опять же, когда говоришь, я в Саудовской Аравии учился, там учатся только в университете мужчины отдельно, а девушек учатся. То есть для девушек свой университет, у парней друг свой университет. То есть они вместе не пересекаются во время учебы. Там кинотеатров нету, ночных заведений, там клубов нету. И тогда задают вопрос, а как вообще вы проводите свободное время? Часто приходится слышать этот вопрос. Как вы отдыхаете, как вы развлекаетесь? И думаю, что как бы в исламе все скучно. Думаю, что это, ислам – это только молитва, ислам – это только пост, ислам – как бы чуть ли не монашество. Но ведь, знаете, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Ля рахбаниета филь ислам». В исламе нету монашества. А что же ислам? Что такое религия ислам? «Ад-дину та'амуль», сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Религия – это взаимоотношения. Религия – это взаимные отношения. И сегодня мы с вами, по милости Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, постараемся разобрать тему отдых в исламе. То есть, дозволено ли мусульманину отдыхать, развлекаться? Есть ли какие развлечения в исламе, какие дозволенные развлечения, какие запретные развлечения? Также мы вернемся с вами в тему в жизнь пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Отдыхал ли пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям? Если отдыхал, то как он отдыхал? Сахабы, радуаллаху алейхим, великие ученые, уммы. И вокруг этой темы, иншаллах, мы с вами поговорим. И вернемся, опять же, верующие мусульмане. Часто что-то говорит человек, и бывает такое, что-то он говорит от себя. То есть, опять же, разум у каждого человека по-своему думает. Кто-то говорит, ага, например, сейчас каждый будет судить и думать, ага, можно отдыхать в исламе. Другой скажет, нет, в исламе нет отдыха, только в раю. И это все, что мы должны в любом случае возвращаться на основу и брать из основы. Ведь наша религия, она не построена на чувствах. Религия возвращается иля китаби Аллахи Азза ва Джалль ва иля суннати Наби саллаллаху алейхи ва саллям. Возвращается на текст священного Корана и в сунну пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. И это велит нам Коран, где Всевышний Субхану ва Тааля сказал: "Фа ин таназаътум фи шайин фарудуху иля Аллах ва ар-Расуль". Если вы в чем-то спорите, разногласите, то вернитесь к Аллаху и к его посланнику. Во-первых, мы должны с вами понять, что «ат-тарвих фил ислам амар машру'». То есть развлечение или отдых в исламе – это дозволенное действие. Даже ученый говорит «матлуб», то есть необходимое действие в религии. «Талама аннаху фи итари шар'и ль-салим аль-мундабит би худуди шар'и ль-лати ла тухриджуху ай ла тарвих инд хаджмихи ат-таби'и фи каймит хаджати нафси ль-башария». То есть именно этот какой должен быть отдых? Тот отдых, который не должен человека выводить из того, из поклонения Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, и не должно этот отдых или это развлечение направлять человека на то, что не любит Аллах Субхану ва Тааля. На то, что, то есть, опять же, если посмотреть, люди, например, на сегодняшний день развлечение, отдых связывают это не то, что полезно для тела и для души. Многие связывают это то, что наоборот противоречит, и то, что несет вред как для разума, как для тела, для души. То есть такая ассоциация у людей, то есть если человек, например, там не курит, если он там в ночные клубы не ходит, если он, значит, он не отдыхает. А мы давайте рассмотрим, мы сейчас с вами поняли то, что отдых, он дозволен. И также мусульманину обязательно нужно отдыхать. И сейчас мы с вами, иншаллах, узнаем это из хадитов пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Ну какой отдых дозволен? Понимание с точки зрения ислама вообще, что такое отдых, что такое развлечение? Во-первых, аль-ислам дин аль-фитра. Валя ятасавур ан ятасадам аль-фитра. Ислам — это Аллах Субхану ва Тааля, когда повелел верующим засвидетельствовать то, что нету божества достойного поклонения, кроме Аллаха. То, что Мухаммад раб и посланник Аллаха. Субхану ва Тааля знает, что хочет тело человека, что хочет душа человека. Ислам, он не противоречит природе человеку. И не противоречит человеческому инстинкту. Поэтому это мы с вами должны понять в первую очередь. И ислам также дозволяет, разрешает человеку отдыхать. И в этой жизни, когда особенно человек устает, бывает, целый день работает и так далее, там, и потом ему хочется отдохнуть. Вот в этот момент человеку нужно подумать, как же ему правильно отдохнуть, чтобы опять набрать силы и дальше поклоняться Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Мы знаем из Корана то, что Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Вама халактул льджинна валь инса илля лия'будун». Я сотворил джиннов и людей для того, чтобы они мне поклонялись.
И что же такое поклонение? Мы сказали то, что нету монашества в исламе. Ислам – это не закрыться в мечети 24 часа, а поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля. Ислам – это образ жизни верующего человека. Туда и входит его работа, его деятельность, его отдых также. Во время Умара, раддаллаху анху, один из подвижников сидел в мечети и ничего не делал, только поклонялся Аллаху Субхану ва Тааля. Тогда пришел Умар, раддаллаху анху, взял его, джарраху, взял его за шкирку и сказал: «Иамаль, кум фа'амаль, фа инна самаля тумтыру захаба ва ля фидна». Вставай, работай, поистине небо не дает дождь ни золотом, ни серебром. То есть ты должен брать причины, которые тебе дает Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Тем самым это указывает то, что ислам – это не монашество. Ислам – это образ жизни человека. И человек верующий, также он должен работать, трудиться, и также он должен отдыхать. И основной хадис, аль-асль фидалик, то есть основной хадис, который мы хотели бы разобрать в этой теме, хадис Ханзаля. Сахаби, один из подвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, аль-лази ярвихи Ханзаля, радаллаху анху, хайсу якуль, لقيني أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة حنظلة رضي الله عنه передает сподвижник пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям то, что с ним встретился Абу Бакр رضي الله عنه и спросил его: как ты себя чувствуешь, о Ханзале? Абу Бакр رضي الله عنه — это тот человек, о котором сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: لو كنت أتخذ الخليل لاتخذت أبا بكر خليلا. Если бы я взял бы для себя близкого друга, как Аллах Субхану ва Тааля взял себе близкого друга Ибрахим алейхиссалям. То есть, опять же, наши эти дни связаны с Курбан-Байрамом, с историей Ибрахима, алейхиссалям, Исмаиля, алейхиссалям. То есть, когда Аллах, субхана ва тааля, повелел Ибрахиму, алейхиссалям, принести жертву своего сына, он ответил на его призыв. И эту историю вы знаете. Не будем ее сейчас до конца здесь рассказывать. Но, однако, что после того, как он ответил на приказ Аллаха, субхана ва тааля, Аллах, субхана ва тааля, тут же его назвал халилем, близким другом Аллаха Субхану ва Тааля. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, зная это, сказал: если бы я взял бы себе халиля, такого же друга близкого, как Аллах Субхану ва Тааля взял для себя Ибрахима алейхиссалям, я бы взял себя Абу Бакра халиля. То есть он был его самым близким человеком. Это первый халиф после пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Если его иман положить на одну чашу весов, всех остальных на другую чашу весов, иман Абу Бакра станет тяжелее, перевесит. Для чего это мы все рассказываем, сейчас вы узнаете. Абу Бакр радиаллаху анху спросил: как ты себя чувствуешь, Ханзаля? На что он ответил: культу нафик Ханзаля. Про себя говорит: Ханзаля мунафик, то есть лицемер. Тогда субханаллах удивился, قال субханаллах. Абу Бакр радиаллаху анху удивился: субханаллах, как так, почему ты так говоришь, ма такуль, что ты говоришь? قال культу накуну инда расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям юзаккируна биннар валь джанна хатта ваккана раю айн. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. Он на что ответил: я чувствую себя лицемером, когда мы находимся вместе с пророком Мухаммадом صلى الله عليه وسلم. Пророк صلى الله عليه وسلم рассказывает нам про рай, про ад. Даже на наших глазах появляются слезы, то есть от богобоязненности перед Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. И когда мы покидаем пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, возвращаемся в семьи, мы забываем много об этом. И нас отвлекает наша семья, как на сегодняшний день говорится, что, так скажем, дунья. Это все из этой дунья. Наша семья, дети, и тогда отвлекает. Вот опять же человеку говоришь там: почему, брат, вот есть время приезжать в мечеть, брать уроки, брать знания. Он один-два раза приехал, потом есть такая отговорка: дунья, дунья меня отвлекает. То есть, да, все эти вот дела жизненные. И на что Абу Бакр радиаллаху анху удивился. قال فوالله инна налалка мисль хаза. Представляете, вот тот, о ком мы сейчас рассказали, Абу Бакр радиаллаху анху, его положение, его степень перед пророком Мухаммадом саллаллаху алейхи ва саллям, какой он великий сподвижник, он говорит: валлахи, со мной случается то же самое. Абу Бакр радиаллаху анху, с ним тоже случается то же самое. Когда он вместе с пророком Мухаммадом саллаллаху алейхи ва саллям, его иман поднимается. Когда он возвращается в семью, его отвлекает семья, супруга, дети, и тоже многое что забывает. После этого Абу Бакр радиаллаху анху сказал, то есть опять же из подвижников, сподвижники, они, если хотели что-то узнать, сразу же бежали к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал то, что придут люди после вас, один из них будет подобно 50 из вас. То есть сахабы, радиаллаху анху, они все великие люди, все в раю. Но придет такое время,
один будет подобно 50 из вас. Тогда сахабы удивились, спросили, «Хамсина минна ау минхум, я Расулуллах, 50 из нас или из них, о посланник Аллаха?» На что пророк, саллаху алейхи сказал, «Бель минкум, из вас». Почему? Объяснил после этого, «Иннакум таджидуна аля Аллахи а'вана, вахум ля яджидуна аля Аллахи а'вана». Потому что среди вас есть тот, кто может поклоняться вам Аллаху, субхану ва та'аля, должным образом. Я среди вас, вы можете прийти и спросить, а у них не будет такого. Кому бы они могли бы вернуться и спросить, напрямую задать вопрос. И вот сахабы, радуан Аллаху алейхим, когда возникало между ними некое недопонимание, они сразу же бежали к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. И в этом же случае тоже, когда пророк Абу-Бакр, радуаллаху алейхи, сказал, «Я хамдаля», то есть у меня то же самое, то есть я тоже чувствую в себе, значит, лицемерие. Давай пойдем к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и спросим, فانطلقت انا وابو بكر الصديق حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حنظل رضي الله عنه говорит мы пошли вместе с Абу Бакром رضي الله عنه к пророку Мухаммаду صلى الله عليه وسلم и зашли к нему и потом спросили قلت نافق حنظل يا رسول الله говорит и посмотрите то есть какой был иман сподвижников حنظل رضي الله عنه заходит к пророку Мухаммаду صلى الله عليه وسلم говорит лицемер حنظل نافق проявил лицемерие Хамзаля, о себе говорит, о посланник Аллаха. Факала Расулуллах, саллаллаху алейхи салям, «Ва ма зак?» Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, удивился, сказал, «Почему ты так говоришь?» На что он ответил, «Культу я, Расулуллах, лакуну индак, тузакируна бин нар, вабил джанна, хатта ка анна раю айн, фаидха харажна мин индак, аафасана л-азвач, вал-аулад, вал-дияат, фанасина кафира». Он говорит, «О, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, когда мы находимся вместе с тобой, ты нам говоришь о рае, об аде, мы плачем, а потом возвращаемся в семьи домой, нас отвлекают наши жены, наши дети, и мы много забываем. Вот поэтому я чувствую себя лицемерие». Факаля Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Валлази нафси бияди, аннаху лау тадумун аля ма такунуна инди, ва фи зикри ласафахаткум малаика аля фурушикум, ва фи туркикум». Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, объяснил и дал понять то, что иман человека поднимается и опускается. И всегда не может быть у человека иман на высоте. И также у верующего человека не может быть он жить без имана. И это заб-заб, колеблется. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, сказал им, «Валлахи, говорит, если бы всегда бы ваш иман был бы на высоте, и всегда вы были бы в том положении, при котором вы находитесь около меня, тогда бы ангелы спускались бы с небес, встречали бы вас на пути и пожимали бы вам руки». То есть что тем самым пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи хотел объяснить, уважаемые братья и сестры? То, что ангелы, ля ясуна Аллаха ма амарахум и фаалуна ма юмарун. Ангелы никогда не ослушаются Аллаху, субхану ва та'аля, и все, что Аллах, субхану ва та'аля, им приказал, они выполняют. Их иман постоянно на высоте. Они не отвлекаются от поминания Аллаха, субхану ва та'аля. Они то и делают, что поклоняются Всевышнему Аллаху, субхану ва та'аля. Аллах сотворил ангелов кого-то в земном положении, в земном поклоне, кого-то в поясном поклоне. Постоянно они в таком виде. Кто-то в руку'а, кто-то в сюджуд. И в судный день, когда Аллах Субхану Тааля соберет их и скажет «Ирфа'у руусакум», поднимите взоры, головы, посмотрите на меня и увидит прекрасность, великолепие Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. И на что ответил «Раббана ма'абаднака хакка ибадатик». Он наш Господь, должным образом мы тебе не поклонялись. То есть ангелы, они на таком уровне. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пояснил то, что то есть не может быть постоянно ваше чувство внутреннее такое же, на постоянном уровне, постоянно, на таком уровне, когда вы находитесь у меня. Валякин я ханзаля. И вот этот вот далиль, доказательство на то, что человеку можно отдыхать, также человеку можно занять себя неким развлечением, то есть не постоянно поклонением заниматься. И его вот это развлечение, если оно в халяле, если оно в дозволенном, оно тоже будет как поклонение. На что сказал, «Валякин я ханзаля са'а ва са'а саляса марра». Три раза повторил. Однако я ханзаля час, час. То есть час для поклонения, час для развлечения, час для напоминания, час для семьи и так далее. То есть человек должен верующим мусульманам делить свои часы в своем графике. То есть невозможно целый день, например, только читать. Или невозможно целый день только заниматься, там, работать. То есть у человека также должен быть отдых. Поэтому в Коране часто упоминается аяты, где Всевышний Субхану ва Тааля сказал то, что сделал сон для вас, это как отдыхом. Утро сделал день для вас, для того, чтобы вы работали. Как бы эти аяты побуждают тому, что человек верующий должен отдыхать.
он и обязан отдыхать для того, чтобы набраться силы и дальше поклоняться Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля именно таким образом, который любит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. ولا شك أن إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأثر النفس حنظلة رضي الله عنه المؤمنة وتقبلها بين المجلات الجد وأنماط العبادة من جهة وبين متطلبة النفس من مرح وانبساط من جهة أخرى هو اعتراف والدليل سماوي على اعتبار الترويح والترفيه وأنه من كمالات النفس ولوازمها الأساسية لأداء حقوق الخالق والمخلوق. Как говорится, отсюда Ханзала радиаллаху анху понял с ответа пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, то есть человек, он должен отдыхать. То, что у человека час это на поклонение, час на поминание. Также есть хукук, есть некие обязательства. То есть человек, он как бы, у него есть обязательства его, на его тело, хак на его семью и так далее. Также в сунне мы можем заметить с вами, уважаемые братья и сестры, в хадисе, который приводит имам Бухари, рахмуллах, фи сахихи, в своей книге, сахих аль-Бухари, анна Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, قال, я Абдуллах, алам ухбирак анна тасуму ан-нахар ва такуму ан-лейль. То, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, обратился к одному сахабе и спросил, ты каждую ночь выстаиваешь в молитве полностью, и каждый день ты постишься? На что один из подвижников ответил, قَالَ «Бля, я Расулуллах, да, у посланника Аллаха». То есть каждый день я пощусь, и каждую ночь я полностью выстаю в молитве. Тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Кал ла тафааль», «Не делай так». «Не делай так», сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. «Сумму автор», «Постись и не постись». То есть ты не должен каждый день поститься. День постись, день не постись. Или там понедельник, четверг постись, другие дни не постись. То есть Аллах, субхану ва тааля, не требует от нас, чтобы мы полностью, так скажем, то есть забивали себя только поклонением. То есть каждый день постились, всю ночь выставили. То есть нам именно ислам, он как бы показывает то, что есть некий такой баланс между вечным и земным. Но это земное не должно противоречить его вечности. Как Аллах, субхану ва тааля, говорит в Коране, «Вабтаги фима атака Аллаху дару аль-ахира, ва ла танса насибака мин ад-дунья», «Старайся ради того, что тебе Всевышний Аллах Субхану ва Тааля уготовил в вечности, и не забывай свою долю в этой жизни». Также сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, и ученые, сподвижники, сахаба радуаллаху алейхим, описывали верующего и сказали, говорили, «Иъмал лид-дунья каъннака таишу абада, ва амал лил-ахира каъннака тамуту гада». Старайся ради этой жизни, то есть зарабатывай, работай, проявляй усердие, то есть чтобы быть, альхамдулилля, не бояться работать, также ради этой жизни старайся с таким намерением, как будто ты сюда пришел на вечность, как будто ты вечно здесь живешь. И также старайся ради вечности, ради ахирата, с такими намерениями, как будто ты умрешь завтра. То есть нельзя уходить, ля тафрит, ва ля ифрат, нельзя уходить, так скажем, из крайности в крайность. То есть нельзя человеку только заниматься, например, 24 часа молиться, и все, и не работать. Или там не отдыхать так же. И нельзя полностью как бы отдать свою жизнь ради того, чтобы там играть, как некоторые там, их не вся жизнь забава. Об этом Аллах Субхану в Коране говорит, «Фахасибтум аннама халакнакум абаса, ва аннакум илейна ля турджаун». Неужто вы думаете, то, что я вас сотворил просто так играть, сотворил вас в этой жизни играть, и вы ко мне не вернетесь? То есть есть некий такой баланс. И здесь посланник, саллаху алейхи вассалям, сказал, не делай так, то есть не постись каждый день, постись и не постись. Это касательно, чтобы мы поняли, это не касательно обязательного поста месяца Рамадан. Это дополнительные посты. «Вакум ванам» – часть ночи молись, часть ночи спи, сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. И потом пояснил, «Фа инна ли джасадика алейка хакка» – поистине у твоего тела есть на тебя право. «Ва инна ли айника алейка хакка» – у твоего глаза на тебя есть право. «Ва инна ли зауджика алейка хакка» – у твоей супруги на тебя есть право. И в другом хадисе, в другом риваяте пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, также сказал, я часть ночи молюсь, часть ночи сплю. Я день пощусь, день не пощусь. И также я женюсь, то есть имеется в виду, как бы права своей супруги выполняю. «Ва ана атқакум» – «Я самый богобоязненный из вас», сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть наша религия и любовь по отношению к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, заключается не в количестве дел, а в следовании сунне пророка Мухаммада, саллаху алейхи ва саллям. Аллах, субхану ва тааля, в Коране говорит, «Куль ин кунтум тухиббуна Аллаха, фаттабиуни, фаттабиуни, юхбибкум Аллах».
ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل скажи محمد إن كنتم تحبون الله. Если вы любите Аллаха, тогда что? Фаттабиуни, следуйте за мной. То есть следуйте за пророком Мухаммадом саллаллаху алейхи ва саллям. Тогда и Аллах вас непременно полюбит и простит вам ваши грехи. Поистине Аллах субхана ва тааля прощающий, милосердный. Также Аллах субхана ва тааля фи сурат аль-мульк сказал: "Аллази халака аль-маут валь-хаят лийаблуакум айюкум ахсану амала". Аллах сотворил смерть и жизнь, для, дабы вас испытать, кто из вас лучше в делах. Не сказал субхана ва тааля тот, у кого больше дел, а сказал тот, кто из вас лучше дела выполняет. И обратите внимание, мы отсюда берем две пользы из этого аята. Во-первых, Аллах субхана ва тааля сказал, сотворил смерть и жизнь. Хотя вначале идет жизнь, потом смерть. Почему смерть, а потом жизнь? Как говорят муфассирун, ученые, настоящая жизнь начинается только после смерти. Человек умирает, и его вечность начинается. И Аллах субхана ва тааля сказал, тот, у кого лучше дела. Поэтому в хадисе сказано, человек, который проснулся ночью, искренне, всем сердцем прочитал два ракаата намаза, это его ведет в рай. Два ракаата намаза? Не сто ракаатов? Как бывает на автомате, там, обычно в Рамадане, там люди читают, так, сколько осталось до фаджра? Так, нужно еще два раката, еще два раката. Он в этот момент думает, как бы побыстрее, побольше ракаатов прочитать, а его сердце не присутствует во время молитвы. То есть не это от нас требует наша религия, а требует, чтобы была ихлас, чтобы была искренность. Пусть это будет меньше, но будет это качественно. Поэтому также здесь, и в чем заключается любовь к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, любовь к Аллаху, субхану ва тааля. Если мы хотим получить обратную любовь от Аллаха, мы должны следовать за пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, а не делать свои какие-то выводы, опираясь на свои чувства, на свой разум. Ведь разум, он обманчив, и каждый по-своему думает. Поэтому, альхамдуля, верующие всегда должны возвращаться в Коран и сунну пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Также, как говорится, от «Ат-таби'ин», от сахабов, «Ал-Асар», то есть «Асар» — это то, что пришло от сахабов. Они говорили всегда некие такие выражения, как, например, Али, радаллаху анху, говорил: «Аджму хази л-кулуб, валь-тамису лахан тараиф, л-хикма, фа-инна тамиллю, кама тамиллю абдан». И тогда Ибн Мас'уд, радаллаху анху, сказал: «Ариху л-кулуб, фа-инна л-кальб, иза укрих амия». То есть в этих двух высказываниях Али, радаллаху анху, Ибн Мас'уда, то есть «Дайте сердцам возможность отдохнуть». То есть не нужно, имеется в виду, отдыхайте сердцем, отдыхайте душой. Не нужно постоянно быть в неком таком тонусе в рабочем. Да, отдохните. Поистине, если сердце устанет, имеется в виду, как бы что-то надоест человеку, то тогда сердце становится слепым. И также сахаба, ридуан Аллаху алейхим, во время того, как бы, если мы сейчас почитаем, вернемся в их жизнь, удивительно, вот имам Бухари приводит в разделе в своей книге, то, что «Адаб аль-муфрат». «Адаб аль-муфрат», то есть как должен себя мусульманин вести, какой у него адаб должен быть, какое у него должно быть поведение. Он приводит то, что «Сахаб, ридуан Аллаху алейхим, кану ятабадахуна биль-баттих». То есть, представляете, сподвижники. Это самое лучшее поколение. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Хайру куруни карни, сумма ладзина ялунахум, сумма ладзина ялунахум». Самое лучшее поколение – это мое поколение, сахабы. Потом те, которые пришли после них, табиины, потом те, которые прошли после них, табиа, табиин. И когда мы думаем, человек, вот, например, сегодняшний день, образ мусульманина, он думает, то, что он всегда, знаете, такой должен серьезный ходить, такой, ему не скажешь, саляму алейкум, салям, всегда грустным должен быть. Если человек смеется, улыбается и так далее, значит, это не присуще мусульманину. Почему-то вот такое вот родилась такая некая фикра, такая мысль, то, что если мусульманин должен быть всегда серьезным, всегда строгим, шутить нельзя и так далее. И когда мы говорим про самый лучший век, век сахабов, который, субхану ва тааля, который сказал, они все в джанне, они все в раю, радиллаху анхум, раду анх, Аллах им доволен, и они довольны Аллахом, субхану ва тааля. Имам Бухари приводит, говорит, то, что они играли друг с другом днем и кидались друг с другом от кожурой от батыха, от арбуза. То есть смеялись, играли, кидали кожурой. Такие были между собой, легкие были сахабы, радуан Аллаху алейхим. Фаида канат л-хакаик, кану хум риджаль. А когда серьезные моменты были в их жизни, то есть нужно было проявить серьезные, тогда они проявляли свое мужество. Но среди собой днем они расслаблялись, играли, шутили, кидали даже кожурой от арбуза друг друга. Вот такие были сахабы, ридуан Аллаху алейхим, которые в раю, которым доволен Аллах, субхану ва тааля. И говорили саляф и салих, то, что верующий какой должен быть?
Дахакуна финнахар, баккауна филлейл. Должны быть такие, которые шутят днем, то есть проявляют некую такую расслабленность, а ночью они плачут, когда наедине остаются с Аллахом, субхану ва тааля, в своих молитвах. И эти сахабы — это самые лучшие из людей. И ислам побуждает человека отдыхать. Побуждает человека отдыхать. «Ятау хаккаха мин залик». То есть телу нужно давать, у тела есть на нас право, у наших семей есть на нас право. И это то, что не противоречит человеческому инстинкту и природе человека. Но однако это должно быть все в том, что, если в двух словах, какой должен быть отдых, в том, что дозволено нашей религии. То, что дозволено нашей религии, то, что не несет запрета. То есть, опять мы должны понимать, аль-хамдулля, то, что, если мы сейчас посмотрим в хадисы, то есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, боролся, бегал на перегонки супруга Аиша, радаллаху анха, то, что сахабы боролись между собой. Аль-хамдулля, когда сидели вместе сахабы, радуаллаху алейхи, вспоминали времена до ислама, джахилия, смеялись. То есть некий такой, на сегодняшний день, например, тоже много есть, аль-хамдулля, полезных вещей. Именно вот отдых должен быть в исламе, это то, что принесет пользу. Не просто так там без пользы проводить время. То, что, аль-хамдулля, в чем есть польза? Поднять настроение брату своему, как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, «Хайруль а'маль айдхалю сурур фи кальби ахик». Самое лучшее дело — это когда человек способствует тому, чтобы в сердце верующего зашла радость. То есть обрадовать кого-то чем-то. Такие вот, аль-хамдулля, вещи, спортивные мероприятия, также ас-сакафия, какие-то культурные мероприятия, где нет, аль-хамдулля, харама, где только все халяль, это, аль-хамдулля, востребовано религией, востребовано шариатом. Опять же, человек берет некое такое силы, и дальше он живет, дальше он, аль-хамдулля, делает добро, делает полезное для своей семьи, для близких и для уммы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть наша религия, аль-хамдулля, она требует отдыха для тела, для нашей души, рух, акль, для нашего разума, нафс, для нашей души. И также аль-иджтимаи, фашумуля хадда хасаид хази дин аль-азим, ва мизайдаху мин хаза, и'тираф аль-ислам интилакан мин вакиа шумулия. То есть отсюда мы должны посмотреть то, что ислам, аль-хамдулля, он, все в него входит, аль-хамдулля, и спорт, и, аль-хамдулля, и поклонение, и, аль-хамдулля, мероприятия, какие-то социальные программы, которые приносят пользу, аль-хамдулля, все это входит, аль-хамдулля, в ислам. И ислам, как мы сказали вначале, поняли то, что это не религия, монашество. Также мы должны понимать то, что не должно быть имма ля шака фи ан аль-асль фи тарвих ан йаталазам маа вакт аль-фараг ва юмарис фи. То, что именно вот это вот некое такое, как некий такой отдых и развлечение, оно должно быть именно в свободное время верующего. То есть нельзя, например, шутить в тот момент, когда нужно быть серьезным. И нельзя, например, заниматься каким-то, там, скажем, развлечением в тот момент, когда нужно работать. Именно это в тот момент, когда появляется у человека время. И мы должны понимать то, что это не гая, то есть тарвих, то есть именно отдых, это не цель верующего на этой земле. А это некое такое, знаете, вот как бывает перезагрузка на компьютере, он перезагружается там, и, аль-хамдулля, заново начинает работать. Это некая такая перезагрузка организма, души, разума, чтобы, аль-хамдулля, дальше человек перезагрузился и шел, иншаллах, по своему пути. И основное его, аль-хамдулля, отдых, как сказал Ахмед бин Хамбаль, это основной матер раха. Спросили у него, когда отдых, наступает отдых, основной отдых, такой, который полноценный отдых, это когда ты одной ногой зайдешь в рай, ангелы встретятся тебя словами «Ассаляму алейкум». Вот тут вот основной вечный отдых в раю начинается. Но однако этот отдых не противоречит поклонению, которое мы в этой жизни с вами совершаем. Там, аль-хамдулля, верующим можно поиграть в футбол, там выделить день какой-то, например, раз в неделю с братьями собраться, аль-хамдулля, поиграть в футбол, поиграть в теннис, там, как часто собираются там братья между собой, там, аль-хамдулля, идут, там, например, в бане собираются. Ну, именно в этот момент, когда вместе собираются и многие, после того, как, например, играли в футбол в кругу верующих, аль-хамдулля, они поменялись изнутри. То есть я вам могу принести пример. Один человек у нас, как он вообще стал на намаз? Когда он футболист, очень сильно любил футбол, переехал с другого города сюда, аль-хамдулля, мы его взяли с собой играть в футбол.
И, машалла, он видит, когда мусульмане, альхамдулла, как вместе играют в футбол, братья, когда, альхамдулла, то есть нету мата во время, там бывает, когда там джухаль, которые там непрактикующие, так скажем, верующие, там, они могут себе позволить там поругаться и так далее, спорить из-за гола, был гол или нет, а тут, альхамдулла, там, какой счет там, 5-4 или 6-4, разницы нет, брат, давай 6-4, ладно, хорошо. То есть некая такая есть, знаете, легкость, когда брат открывает, альхамдулла, хочет пить, открывает, вот, на, брат, вначале ты попей. То есть он видит этот ахляк, вот этого ислама, и даже через спорт он, альхамдулла, встает на правильный путь. Если ему, поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Буиththу ли утаммима макарим аль-ахляк». Поистине Аллах, субхану ва саллям, меня послал для того, чтобы усовершенствовать благой нрав. И через спорт даже, альхамдулла, можно делать дава. Через свободное время, когда человек занимается некими такими развлечениями, которые дозволяют шариат, альхамдулиллах, это тоже есть дава, это тоже есть призыв на путь Всевышнего Аллаха субхана ва тааля своим ахляком, своим нравом. Альхамдулиллах, поэтому на сегодняшний день люди не смотрят то, что мы говорим, а смотрят на то, как мы живем, как мы делаем, как мы поступаем в тех или иных случаях. Поэтому у человека, альхамдулиллах, на жизнь в этой, Аллах Субхану дал на одну жизнь, она не должна быть полностью забита тем, чтобы только человек играл и развлекался. А именно есть время для развлечений, есть время для работы. Теперь хотелось бы некие такие высказывания из высказывания пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, хадиса пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям и высказывания сподвижников касательно отдыха в исламе, дабы у нас был некий такой далиль, были некие доказательства, помимо тех, которые мы с вами перечислили, то, что ислам, он разрешает отдыхать и развлекаться верующим. И то, что верующему необходимо останавливаться для того, чтобы перезагрузиться, чтобы отдохнуть. Умар ибн Абдул-Азиз сказал, «Тахаддасу би китабиллях». Говорите, обсуждайте книгу Аллаха. То есть читайте Коран, читайте тафсир, говорите об Аллахе, субхану ва тааля. Собирайтесь вокруг Корана. То есть имеется в виду, собирайтесь вокруг того, вокруг слова Аллаха, субхану ва тааля. Когда бывают кружки Корана, изучение Корана, самоподвижники любили так собираться, слушать тафсир, слушать Коран. Опять же, на сегодняшний день, братья и сестры, часто, когда, например, человек рассказывает какой-то анекдот, все его так вот рты открывают и слушают. Он может там этот анекдот час рассказывать, а когда лекция идет или имам чуть-чуть хутбу затянул, уже все на время смотрят, уже 3 минуты затянул, 5 минут затянул. То есть опять же, а верующий же он наоборот. И таковы же были во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, неверующие и грешники, когда Аллах субхану ва тааля описывает и в Коране, ахль фуджур, валь маъси, валь мушрикин, когда Аллах субхану ва тааля описывает грешников, когда Аллах субхану ва тааля описывает неверующих, субхану ва тааля говорит, «Иннахум кану, иза кила лахум ла илаха илля Аллах, ястакбирун». Когда им говорили «Ла илаха илля Аллах», они проявляли высокомерие. То есть поэтому верующий же что должен делать наоборот? Когда мы слышим, муэзи, например, говорит «Азан», и говорит «Ашхаду ан ла илаха илля Аллах», в этот момент проявлять некую нужду, нищету перед Всевышним. И также Аллах, субхану ва тааля, описывает неверующих, субхану ва тааля, говорит وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. Когда шла речь об Аллахе, те люди, которые не верят ни в день суда, в судный день, они проявляли некое недовольство. Почему опять речь идет об Аллахе? А когда говорили о ком-то помимо Аллаха, они радовались. Поэтому здесь, если каждый из нас хочет испытать себя в своей вере, радуемся ли мы с вами, когда идет речь об Аллахе, когда Коран читается, когда хадисы читаются пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. И вот сподвижники, они любили собираться в кружках, где поминается Аллах, субхану ва тааля. Поэтому, если ты в том круге, где поминается Всевышний Аллах, субхану ва тааля, фанта карибун ин Аллах, то ты близок к Аллаху. То ты близок к Аллаху, субхану ва тааля. Сейчас мы сидим, читаем хадисы, аяты, слушаем это, мы близки к Аллаху, субхану ва тааля. И Умар ибн Абдул-Азиз сказал, несмотря на все это, тахаддасу би китабиллях, говорите книга Аллаха, то есть читайте Коран, читайте тафсир. Ватаджалясу алейхи, собирайтесь вокруг Корана. Ва иза малальтум, фа хадис мин ахадис ар-риджал хасанун джамил. Ахраджу аль-Байхаки. Говорит, а если вы устанете, то есть бывает, когда невозможно целый день только, например, изучать религию. То есть человек, бывает обычно, ученые говорят, минут 40-50, альхамдулля, вот эта лекция, она человек воспринимает. Потом уже какие-то мысли заходят ему, тяжело становится слушать, или информация уже полностью не берется. Поэтому нужно как бы
ее, так скажем, разбавить чем-то другим. И тогда Умар ибн Абдул-Азиз сказал, если вы устанете слушать аяты, Коран, то тогда начните говорить о достойных мужчинах. О достойных мужчинах имеете в виду сахабов, сиру сахабов, сподвижников, табиинов, то есть их история, для того, чтобы разбавить некую вот эту вот усталость. Также мы должны понимать то, что тарвих фил ислам, именно отдых в исламе, это не абад, это не просто какая-то игра, забава. И не должно быть «бель тарвих татаратиб алей масалих ва фавайд». То есть отдых в исламе, вокруг отдыха в исламе должны быть также фавайд, должны быть то, что принесет пользу для верующего человека. Поэтому если человек там, например, собирается и играет, например, игровые автоматы там, или на компьютер там, играют там, целый день, там, это нет, не принесет все пользы ни для его тела, ни для его вечности. Или, например, есть запретные игры, которые ислам запрещает, нарды, запрещает, например, также разногласия есть по запрету, но в какие-то такие игры, как там шатранж, шахматы, или есть запретные игры, которые азартные игры, то есть это не приносит пользу ни вечности, ни в этой жизни. А именно, и человек должен отдыхать то, что принесет пользу ему, его телу, его здоровью, его, для его души. Вот так вот должен человек именно в свободное время именно отдыхать. То есть или информацию какую-то полезную, например, бывают там какие-то конкурсы, стихотворения, конкурсы, какие-то культурные конкурсы, которые не противоречат шариату, какие-то там спортивные мероприятия, которые принесут ему пользу. Вот так вот верующий, альхамдулилля, проводит свободное время и отдыхает. Например, пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, он любил бороться. Сара'а Расулуллах, саллаху алейхи вассалям, был такой один из сильнейших борцов, его звали Рукана. Он был мушриком, был язычником. И собирались на рынке, и возле рынка, и тогда боролись сахабы. Вахараджа Расулуллах, саллаху алейхи вассалям, аля каум, и тогда пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, начал бороться с Рукана и победил его в этой борьбе. И Рукана свидетельствовал, произнес шахаду, сказал, шахаду алла илля илляллах вахду ля шарика ва шахаду анна Мухаммада абду ва расул. Также пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, обращался к верующим и говорил, аллиму ауладикум ас-сибаха, научите своих детей плавать, то есть опять же, научите их рами, то есть именно стрельба из лука, также ездить на лошади. Это все указывает на что, уважаемые братья и сестры, на то, чтобы, альхамдулиллах, верующий занимался спортом. И также, когда человек, альхамдулиллах, как говорится, в здоровом теле, здоровый дух, то есть именно как бы расслаблялся, и, альхамдулиллах, то есть у него, ему дозволено отдыхать, дозволено, альхамдулиллах, некое такое развлечение. И тот, который научился ездить на лошади, он понимает, что это очень такое интересное развлечение и очень полезное. И даже как бы после этого, вот как один раз он сядет на лошадь, потом уже он ее не оставит. Также должен верующий быть бдительным. То есть места, где, так скажем, в кавычках, которые человек не практикующий, говорят то, что это отдых, например, места, где распивается алкоголь, места... Спаси Всевышний Аллах Субхану всех нас от этого. Места ночные, какие-то клубы и так далее. Если верующий проходит мимо таких мест, он должен говорить, «Рабби, ля таджальни маль коми дзалимин». «О Аллах Субхану ва Та'аля, не делай нас среди тех, которые ослушаются тебя. Не делай нас вместе с таким народом». Поистине, сердца не воспринимают шахва. Как Ибн Мас'уд, радаллаху анху, предупреждал верующих и говорил, «Инна лил кулуб шахва икбаль». فخذوها عند شهوتها وإقبالها. Ибн Масуд радиллаху анху сказал, поистине сердца, они воспринимают страсти. То есть если человек прошел мимо запретных мест, так скажем, которые отдых, которые не являются дозволенным в исламе, где там распивается алкоголь, астагфурла, который харамный, или где есть мужчина и женщина вместе там собраны на каком-то маджалисе, то есть совместные какие-то там мероприятия, или там, где там, скажем, дискотека, ночной клуб. То есть в этот момент, если человек мимо проходит, он должен произносить дуа и говорить, «О Аллах, не делай меня из этих людей». Именно почему? Потому что сердца, они воспринимают как губка вот эти шахваты, вот эти страсти. И последний раздел, о чем сегодня хотелось рассказать, также
Можно ли вообще шутить в исламе или нет? Потому что, как мы сказали, помню хадис, то, что в разделе имам Бухари, то, что сахабы, радуаллаху алейхим, друг друга кидали кожурой от арбуза, смеялись. И некоторые мусульмане и не мусульмане думают, то, что в исламе нельзя шутить, всегда человек должен быть серьезным и так далее. Нет, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, любил шутить. И, как говорится, джатум имра аджуз, одна женщина пожилого возраста пришла к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, и попросила: «Я Расулла, удуу Аллаха ли ан юдхилин джанна». «О посланник Аллаха, проси дуа, чтобы Аллах ввел меня в рай». И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, пошутил на ней, сказал: «Каль, я умма фулан, инна джанна ла ядхулаха аджуз». «О, женщина, поистине, в рай старые бабушки не зайдут». Тогда она напугалась, то есть подумала, что Аллах ее не везет в рай. И тогда она сказала: «Унзаачит, эльмара убакет». Эта женщина заплакала, подумала, то, что Аллах субхана ва тааля не везет ее в рай. На что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, объяснил и сказал, то, что все вы будете молодыми. Вы все будете молодыми в раю. Таким образом, саллаллаху алейхи ва саллям шутил. «Ваджадху имра фи хаджа ли заудиха, факала лаха ман заудюк, факалат фулан, кал аллази фи айнихи баяд». И одна женщина также пришла к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, попросила помощи для ее мужа. И тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, пошутил: «Кто твой муж?» Он говорит: «Такой, такой-то, говорит, у которого белые глаза». И потом она вернулась, инсарафат иля заудиха, ваджаат тамман айней, вернулась к своему мужу побыстрее и начала смотреть на его глаза. И тогда он сказал: «Маша», к мужу удивился: «Что ты на меня так смотришь?» На что она сказала: «Каля ахбарани Расул Аллах саллаллаху алейхи ва саллям фи айней кабаяда». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «У тебя глаза белые, в твоих глазах есть белизна». На что он ей ответил: «Амма тарайна баяд, айна акса мин савадиха». У меня, говорит, не видишь, что белая вот эта вот белизна глаз больше, чем черный глазок, вот этот вот сам зрачок. То есть на каждое, если посмотреть, глаза вот этого белого цвета больше, чем цвет его глаз. И тогда он, то есть вот так вот шутил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Или когда во время битвы даже, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, разбил палатку, один был из толстых сахабов, и он хотел зайти в палатку пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Представляете, в тот момент, когда, субхан, тут газва, когда идет битва и так далее, он зашел и говорит: «Можно к тебе зайти, о посланник Аллаха?» И тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, увидел, что он полный, говорит: «Заходи». И он говорит: «Зайти, халь адхуль джузи ау кулли?» Говорит: «Полностью зайти или часть меня пусть зайдет?» Из-за того, что он такой большой, толстый. На что пророк сам посмеялся и сказал: «Адхуль куллик, полностью заходи». То есть, и также Анас ибн Малик, это последний сподвижник пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, он говорил: «Каля ли Расулуллах, я зал узунейн». Он надо мной шутил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, и говорил: «О, обладатель двух ух, то есть, посмотрите, нету три уха, и не бывает одно ухо. То есть, опять же, шутки пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, они были такие, которые не задевали человека, которые не обижали. То есть, не те шутки, когда бывает человек там подкалывает кого-то или обсуждает его за спиной. Именно, альхамдулиллах, вот это все, те такие шутки и те действия, которые дозволены, которые делал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Несмотря на это все, что он любил шутить, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, по ночам он устоял молитвы. Также он днем постился. Его душа также она проявляла усердие на пути Аллаха Субхану ва Та'аля. Полностью свою душу отдавала ради Аллаха Субхану ва Та'аля. Его рука была щедрой рукой пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И несмотря на все это, во время серьезности он был серьезным. И также он любил шутить, также любил поднимать настроение верующим. Альхамдулилля. И также он говорил, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Также он плакал в молитве. Плакал во время намаза. У него была богобоязнь во время молитвы. Его язык постоянно был мокрым от поминаний Всевышнего Аллаха Субхану ва Та'аля. Но однако он не переставал говорить: «Инна ли раббика алейка хакка». По отношению к Господу твоему, у Господа твоего есть на тебя право. «Вали нафсика алейка хакка». У твоего тела, у твоей души есть на тебя право. «Вали ахлика алейка хакка». У твоей семьи есть на тебя право. «Фа'ати кулли зи хаккин хакка». И каждому отдай то право, то, что положено ему. То есть это указывает на то, что, альхамдулиллах, верующий человек, он не только должен работать, заниматься поклонением, альхамдулиллах, а все его, как говорят аль-уляма, ученые, если он из тех единобожников, которые выполняют обязательно постулаты религии, но при этом, альхамдулиллах,
его, он поклоняется Аллаху, верит в Аллаху, субхану ва тааля, он единобожник, выполняет все каноны религии, тогда все его, все дела его являются поклонением. Его еда – это поклонение, его сон – это его поклонение, хорошее отношение к семье – это поклонение. Все, альхамдулля, любое, что бы он ни делал, для него будет это поклонением. Барак Аллаху лякум ва джазакум ла хайра. Давайте теперь сделаем выводы, иншаллах, из того, что мы услышали. Насколько важен и нужен отдых для мусульманина? Также это первое. Второе, мы должны понимать, отдых – это, мы должны из этого, какой мы взяли вывод, то, что отдых в исламе – это не цель жизни, а это перезагрузка. То есть это перезагрузка, а не цель жизни. И также шутки. Мы поняли, что тут уж шутки в исламе, они дозволены именно в меру. То есть примеры мы увидели из жизни пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, из подвижников. То есть это не те шутки, которые должны задевать честь человека или там какие-то подколки, а именно те, то, что поднимает настроение, альхамдулиллях. Сейчас также мы должны поговорить о конкурсе, чтобы что нужно сделать, чтобы выиграть конкурс. Во-первых, нужно подписаться на два аккаунта. Это dum.moscow и аккаунт Ильдар Аляуддинов Ильдар. Второе, выполнять ежедневные задания, которые приблизят вас к Аллаху Субхану ва Тааля. И третье, выкладывать в сторис выполненное задание фото или видеоотчет с хэштегом 10 лучших дней 2021 и отмечать аккаунты dum.moscow и Аляуддинов Ильдар. Джазакум ла хайр. Да Аллах субхана ва тааля нам баракат. То, что из того, что мы, альхамдулля, услышали. И, иншаллах, чтобы то, что мы услышали, смогли, альхамдулля, применять в нашей жизни. Домашнее задание на сегодня. Первое – это от 1 до 10 оцените сферу отдыха вашей жизни, насколько она продуктивна. Второе – попробуйте следующий день провести постоянно смены деятельности и поделитесь своими ощущениями. И третье, заучите дуа для облегчения трудности. И хотелось бы сегодняшний дуа, два слова о нем сказать. Абу Муса аль-Ашари, он сказал, когда была битва, я видел, как сахабы шли, и кто-то произносил дуа такбират, Аллаху Акбар, кто-то произносил тахмид, Аллах Субхану ва Тааля восхвалял, Аллах говорил альхамдулилля, кто-то говорил سبحان الله واحد يسبح ثاني يحمد يبيل كنت خلف ناقة النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام فسمعت أنه يكرر يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يبيل زادي позади верблюдца посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям и слышал, как он повторял ла хауля ва ля куввата илля биллахи аль-али азим. Перед битвой нету силы и мощи ни у кого, кроме как у Аллаха субхана ва тааля. И тогда я спросил его, почему ты это говоришь, о посланник Аллаха, именно это дуа? На что он сказал, я Муса, иннаха мин кунуз арши рахман, о Муса, поистине эти слова, ла хауля ва ля куввата илля биллах, аль-али аль-азим, сокровищ и сокровищ рая. И также в другом ривайте, сокровище трона Аллаха субхану ва тааля. Я помню даже во время учебы в Саудии, из Китая приехали на паломничество на хадж, и один из них был молодой парень, который приехал, уйгур. И знаете, только в Китае там только пожилому возрасте отправляют на хадж. И без паспортов проехал, субханаллах, даже через каждую границу тогда на хадж. То есть Аллах, субханаллах, ему облегчил приехать на хадж. И спросили тогда его, когда он прибыл в Саудию, как ты так приехал, то есть что случилось, как тебя вообще пустили там на хадж, ведь там только в пожилом возрасте отпускают. Он говорит, я часто повторял, ля хавля ва ля куввата илля биллахи аль-али аль-азим, эти слова. И, альхамдулля, Аллах Субхана облегчил мне и дал мне возможность сюда приехать. И в наши дни, альхамдулля, на себе испробовал и многие, кто, альхамдулля, когда бывают такие сложности, трудности, трудные моменты, то в этот момент человек, если будет повторять сердцем, то есть именно обязательно, чтобы язык не противоречил нашему сердцу. «Ля хауля ва ля куввата илля биллахи аль-али азим». Какая бы сложная ситуация ни была, как бы тяжело ни было, насколько бы тяжело в сердце не было, в душе, в этот момент задуматься и сказать, ведь Аллах, нету силы и мощи никого, кроме как у тебя. Тебе я отдаю это на тебя я полагаюсь, субхану ва тааля. Ты только можешь мне помочь. И в этот момент человек, валлахи аль-азим, иншаллах, увидит
увидит то, что Аллах Субхану Тааля даст ему из любого положения облегчение и выход из любой ситуации. Как сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля: «Вама йаттаки Аллаха йаджальнаху махража ва йарзукху мин хайту ла йахтасиб». Тот, кто боится Аллаха, Аллах Субхану Тааля ему даст из любого положения выход и даст ему удел оттуда, откуда он не ждал. Ва саллаллаху аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.